Всем привет! Погода у нас классная. Собрались ехать опять. Погулять немножко. Развеяться. Смотрите, какое солнце, как классно вообще. Саш, привет! Привет! Молодец! Все, едем. Приехали мы на парк-пляц. А? Вот она. Саша, Саша, ты не закрыл окошки. Пойдем вон туда, на гору. Высоко. Переходим дорогу. Идем вон туда, наверх. Погода вообще классная, да, Саш? Погода вообще классная. Что-то мы поехали, не думали, что так далеко. Что-то я не думала, что прям так далеко. Ехали. И... ехали на эту машину. Ну, я родителям рассказывала, сегодня разговаривала, что мы как-то раз собрались, хотели поехать. Дети маленькие еще были. И так мы не доехали, развернулись, назад поехали. Шикарно. Такая погода, только гулять, да? Не, у меня рюкзак взорвался. Да. Пыхтим. В гору поднимаемся. Какая красота. Саша, высоко. Машина сзади. Сюда, что ли? Понятно, пусть едет. Тяжко, тяжко. Да, Саша? Тяжко. Но все равно съехать сюда. Угу. Когда хорошая погода, погулять. А, не, 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 не. Сюда, что на машине поднимается. Хотя там знак стоит. Красиво. Сюда, наверное, на парк-пляц. Тут живет кто-то, да? Необычно так. Смотрите, как красиво. О, Саш, там эти козы. Там козы. Красавицы. Смотрят на людей. Домик построили на дереве. Классно. Смотрите. Да, на горе тут жить. На горе тут жить, да? Фух. Чуть-чуть.
Чук-чук, да. Земля. Угу. Люди живут, дом стоит. Интересно. Через лес? Да? Ну пойдем. А там какой интересный дом стоит. Смотри, снизу ничего нету, а сверху второй этаж. Так. Идем за Сашей. Бежим, бежим, бежим. Ой, в теньке как хорошо, прохладно, да? Классно. Люди за нами еще идут. Время высоко. Да. Пошли вокруг. Ну ладно. Мы калории будем сжигать. Нам еще сегодня шашлык кушать, да, Саш? Обидеть. Такая гора, я буксую. Фух. Тут сухие листья. Обалдеть. Что-то мы не там пошли. О, капец! Смотрите, прям круто поднимаемся. Что? Обалдеть! Как круто! Дыхалки не хватает. Сразу заметно, когда спортом перестаешь заниматься. Все, дыхалки сразу не хватает. Фу. Смотрите, какая красота. Обалдеть, в тумане все. Саша пошел фотографировать. Воду нашу не забыть. Че, Саш, сфотал? Да, копила. А, осторожно. А? Ежевика. Ежевика. На пенек, всем пирожок. Жарко, люди, и жарко. Хорошо, мы через лесок пошли. А? Ушко стоит. Сейчас зайдем. Скоро у нас отпуск, да, Саша? Скоро у нас отпуск. Потом будем путешествовать, ездить. Смотрите, вот такая пушка. Ой, капец. Муж мой. Саш, ты молодец. Еще 400 метров. Всего? В гору. Мне? Ну, сфотаемся. Смотрите.
до чего мы дошли. Что-то ноги не тянут, ей-богу. Да? Сюда? Ага, туда. Лицо вытащи. Сказал, давай сфотаемся. Вот. Фоталась я. В эту дырочку. В эту дырочку. Ой. Идем дальше. Где-то люди за нами шли, отстали. Ну слушай, когда мы приезжали сюда, и дети маленькие были, мы бы не дошли все равно до верху. Или тащили бы их на себе. Мы же туда поехали на машине. Да. А нет, вон люди идут. Так что мы не одни тут. Кстати, много людей, да? Сегодня праздник. Ну. Все это путешествуют, ходят. Не мы одни. Смотрите, что впереди. Медведь. А, нет, я думала, медведь издалека. А? Орел. Что-то он такой страшный. Нет, не орел. Ты что? Это гриф. Гриф? С хвостом орел. Сдалека, да, не видно, не поймешь, что это такое. Клюв. И это хвост. Еще такой мы не видели. Смотрите, дошли мы. Ух ты, тут доска, писать можно. Чё, Саш? Враги наступают, стреляй. Ну ты даёшь. Ой, Саш. Лучник. Так, дошли мы. Посмотрим, что тут хорошего. А? Угу. Я видела. Смотрите, бург-руины. Пойдем. Люди палки сделаем. Сильно жарко сегодня.
еще, Саша, изучаем. Сюда спускаться. Туда спускаться, смотри. Ёлки-палки. Ноги сломать можно. Ой, красота какая. Батарейку забыли, теперь приходится ноги не снимать.